Почему как у мужика? Я пиво только один раз пила. Ну, вообще я его не пью, потому что у меня воспаление 12 перст, мне сразу болит живот. Хорошо. Смотри сюда. Пиво – это самый низкокалорийный напиток. В нем находится 40 калорий на 0,5 бутылку. А самым калорийным считается это водка, коньяк, виски, все остальное. Так что не думай, что от пива растет живот. От пива не растет живот. Живот растет от того, что ты ешь с этим пивом. Да. Прочитай калорийность спиртных напитков. Да. У тебя, потому что там дрожжи содержится, тебя разъедает живот не от пива, а от того, что ты ешь с пивом. И от пива, извиняюсь, ты ходишь в туалет каждые 2 секунды. Как ты можешь, как у тебя может раздуть живот? Ну. Это бред. Хорошо, ты как? Ну, смотря что ты кушаешь, если ты кушаешь сухари и чипсы, конечно, тебя разъедает. А если ты ешь овощи, блин, сыр там или какие-нибудь такие закуски нормальные, тебя не разъест. Смотри, чем ты закусываешь. Хорошо, ты как? Ну, так скучно дома, я уж на работу хочу. Я уж так привыкла работать без выходных, что я тупо не могу лежать целый день дома. Так скучно. Я медсестра с функциями врача. Ну, врачи не выполняют свою работу. Дают задания, выполняют за них их работу. Все. Да, ничего, все так же. Дома скучно, пипец. Перетерпеть эти 2 дня дома, блин, и все, я опять на работу, я уже хочу на работу. Нет, это не моя работа. Ну, это просто сейчас врачи, они много в возрасте. Ну, немного в возрасте. И им легче дать бабки за это, чем это делать. Поэтому я выполняю врачебную работу. Нет, я не в стационаре работаю, я в поликлинике работаю. У меня чисто бумажная работа. Карты тоже пишу. Да нет, мне еще рано на коррекцию, они прям чуть-чуть отросли. В конце месяца, наверное, пойду. Хочу френч сделать белый. Надоел это тоже красный. Хочется. Вообще хочу их обрезать. Надоели длинные ногти. Чуть маленькие. Я не только карты оформляю. Ну, чисто компьютерная работа, которые должны делать врачи, но они ее не делают. Да, сейчас мода на естественность. Но я не люблю естественность, потому что я не такая, как все. Я слишком яркая девушка. Нет, это не моя работа, это врачебная работа. Врачи, да, врачи платят мне. Потому что я выполняю ихнюю работу.
Но, а в общем, это не входит, ну, в мои обязанности, как бы я не обязана это делать. Ну, почти да. Спасибо. Да, есть такое. Да, ты тоже врач, ой, медработник. Блин, стал, я уже целый день дома сижу, я прям устала. Я тут, я честно была бы рада, если бы я сейчас жила одна и подыхала бы с голоду. Хотя бы вот такой была бы, как раньше, вот именно вот такой. У меня очень много еды. Как с родителями стала жить, сразу 10 килограмм плюсов.